Let's go!
Ну что ж, друзья, уникальный случай из истории смешанных единоборств. Я бы даже сказал, что вот вписан очередной прецедент какой-то. Я, если честно, такого не помню, чтобы сначала начался трэш-ток, выяснение отношений, завязалась драка. Это все обычно, так бывает. Но то, чтобы затем эта драка переросла бы в бой, вот прямо сейчас, прямо здесь бой бы произошел. Я, если честно, такое вижу впервые. Ну, что ж, тем хорош прямой эфир. Да, прямой. И мы находимся, наша комментаторская позиция в гуще событий. Собственно, драка началась практически на перед нашей... нами, да. Да, перед нами, на нашей комментаторской позиции. Нас вновь спасла сетка октагона, что не вывалились все сюда. К сожалению, имен бойцов мы не знаем. Хочется верить, что не будет еще одного беспорядка здесь, но... который ближе к нам, он вызывал 67 килограмм. Я думаю, это что полулегковес, либо легковес, Игорь. 50 тысяч тот, кто выиграет. 50 тысяч сходу разыгрывается в этом бою. Вот, 3 по 3. 3 по 3. Без партера, он, наверное, хотел сказать. Мне кажется, анонсер оговорился. Он сказал без стойки. Но я думаю, что это без партера. То есть они сейчас просто зарубятся. Пожали руки и готовы начинать. Как я понял, бой будет проходить без борьбы. Не послышали, что это Ислам и Арслан. Ислам я тоже слышал. Это боец из синего угла. А вот имя бойца из красного угла, к сожалению, мы не расслышали. Хороший размен ударами. И вот начинается потихоньку настоящий бой. От разведки бойцы наконец-то перешли. Хороший бросок. Хороший бросок через грудь был. И... заходит боец из красного угла, и, по-моему, он настроен закончить этот бой прямо здесь и прямо сейчас. Судя по тому, что боец красного угла имитировал проходы в ноги, такое ощущение, что это сдача. Сдача, все. Вот так это закончилось. Вау.
Буквально за 2 минуты боец с красного угла заработал 50 тысяч рублей. Настроен представитель синего угла. Главное, в бой отжали.